Асфальт толщиной в полметра. Общественники Красноярска не поверили своим глазам, когда увидели такой слой дорожного покрытия. Его сейчас укладывают на улице Дубровинского в районе подъезда к 4-му мосту. Протяженность участка дороги, где идет ремонт, около 3 километров. Ширина проезжей части здесь будет 15-20 метров. Движение организуют в 4 полосы. Работы ведутся почти месяц, и сегодня проконтролировать их ход решили представители Краевой федерации автомобилистов России. Толщину асфальта они измерили рулеткой. Оказалось, что местами слой укладываемого полотна достигает 57 сантиметров. А такое редко увидишь, считают общественники. Толщина асфальта не должна быть менее 5 сантиметров. Если мы говорим о капитальном ремонте, то и при наличии даже старого асфальта он должен полностью вскрываться, заново утрамбовываться слой щебенки, так называемой подушкой, после чего укладываться сначала черновой асфальт, потом именно гладкий, вот этот чистовой асфальт. Но при условии, что также должны быть соблюдены все перепады и уровни. Вот мы, к примеру, здесь видим, что используется около полуметра, да, асфальта. Но, по сути, вот такой слой должен класться на всех капитальных работах. В управлении капитального строительства краевого центра сообщили, действительно, на отдельных участках дороги толщина покрытия превышает полметра. Делается это с целью выравнивания волнообразного полотна проезжей части. Да и покрытие это не асфальт, а так называемый черновой щебень, который, по сути, выполняет функцию подушки. В управлении капитального строительства качеством и сроками выполняемых работ довольны. К слову, закончить строительство они обещают уже к 25 сентября. Проект прошел государственную экспертизу. Все работы выполняются в соответствии с указанным проектом. В настоящий момент уложен черновой слой. По левой стороне на сегодняшний день сделано, что черновой щебень, выполненные в несколько рядов. Те же автовладельцы, которые там приезжали, могли видеть, что он укладывался в несколько этапов. Как раз по ГОСТу, это говорится, не более 30 сантиметров за один раз. Соответственно, там было сделано в несколько раз. И финишный еще не положен сам асфальт. А он более мелкий, и, соответственно, фракция совершенно другая.